скорость, выносливость, сила воли. Спортсмены на старте московской лыжни 2019. Здесь профессионалы и любители. Валерий Романьков, стоматолог, уже 10 лет участвует в забегах. Когда еще работал в медицинском училище 24, мы сюда со студентами ездили, я и узнал, что здесь это проходит. А потом уже сейчас просто сам не могу без этого, потому что ежегодно прям тянет в этот день сюда, ничего с собой не можешь сделать. Как вообще настрой? Боевой. У меня тоже боевой настрой. Как бы. Боевой, хочу попасть в топ-700. А давно лыжами занимаетесь? Первый год только. Ну, даже второй месяц, я так сказала. Перед началом соревнований глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил готовность всех трасс. После принял участие в открытии. Я рад приветствовать вас здесь, в городском округе Химки, Московской области, на 22-й лыжне, московской лыжне. Химки желают всем ярких побед и спортивных удач. Больше 1000 химчан этот выходной провели на лыжах. В следующую субботу спортивная база «Планерная» примет в разы больше спортсменов. Там пройдет массовая гонка «Лыжня России». Заявку можно подать до завтра. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин. Служба новостей.